Народ, привет! Это Алекс Газор, и у нас сегодня, не поверите, честный обзор. Честный обзор в рубрике «Аксессуары для аудио». И сегодняшний аксессуар – это кабель. Прошу не путать с кабелем. Это кабель от ТРН. И сейчас мы его поглядим, посмотрим, пощупаем, увидим, рассмотрим. Но я сразу так закину, чтобы не было иллюзий. Это один из самых дешевых нормальных кабелей. Он стоил, мне обошелся где-то в 220 гривен. Так обычно без распродаж он там до 260 гривен. Где-то 7-7,5 долларов. Вот. Но он как бы, не как бы, он реально шикарен. Он реально спелся с моими наушниками. Для них мне его и рекомендовали вообще. Ну, давайте перейдем на вид сверху, посмотрим на него, увидим и заценим. Ну что, народ, погнали наших городских. Вот такой вот коробочек, ясочка. О чем это нам говорит? А кто его знает, о чем это нам говорит? Наверное, потому что минимальный. Ну, они все стандартные, 1,25 м. Короче, напиши в комментариях, что за ясочка. Размер и длина. Смотрите, добротный такой мешочек. Вот реально. Не то, что там приходят эти комплектные. Можно как бы в нем хранить, носить. И не только непосредственно этот шнурок. Он же кабель. Гляньте. 16-жильный. 16-жильный. Я, честно говоря, так и не понял по балансу с переходником, его подключать можно или не можно. Но я обязательно разберусь. У нас еще будет видео о балансном подключении наушников. И там я по-любому будет этот кабель, и там я об этом заикну. Вот этот кабель — это соединение 2 пин. Такой вот он утопленный. Я с этим немножечко попался, потому что подходит он только к одним из моих пока троих наушников. Но я думаю, что четвертый, который мне едут, там он тоже не подойдет. Да и пятый, там не сменный кабель, который ко мне катят. Вот такой вот он утопленный. Все, как бы вилочка бы подошла, если бы вот эти бортики обломать. Но я закажу другой, закажу балансный, закажу к нему переходничок на 3,5 джек, это будет 2,5 балансный. И закажу уже, я думаю, другой как бы конторы. Хотя буквально на 100 гривен дороже тоже ТРН-овский, посеребренный. Вот, тоже куча хороших отзывов о нем. Но надо заказывать что-то другое. Если бы не канал, я бы заказал бы его. Но так как канал, хочется показать вам что-то новенькое. Кстати, приехал очень быстро. Меньше 2 недель ехал. Сразу первым он был у меня после 11-11 распродажи. Поэтому продавца я рекомендовать могу. Ну, вонял он клеем, конечно, очень неплохо. До сих пор попахивает. Ну, это не беда, вывоняется. Вот такой вот я сейчас еще раз его вам покажу. Вот такое плетение. Вот такой разветвитель. Ну, как бы, это не металл. Это пластик. Защита от перегиба. Пластик. Ну, все равно, очень-очень, как бы, хорошо и смотрится, и чувствуется. То есть, давайте для сравнения. Сейчас брошу сюда родной. Они все равно будут участвовать, эти наушники, в этом видео. Ну, дальше вот как бы для сравнения вам. Ссылочку, кстати, на распаковку его, там, где он распаковывался, я приложу. Вот сейчас она выскочит где-то там вверху. Ну вот, вы видите. Вы не можете не видеть, да? Ну, то есть он как бы вот так. И сейчас давайте поговорим, имеет ли смысл покупать 16-жильный, 8-жильный, 4-жильный, серебряный, медный. Чуть-чуть я эту тему затрону. Давайте переходим на вид на меня и поговорим. Ехаем. А ехаем мы куда? Туда. Все
По капелям. Смотрите, он у продавца представлен в трех цветах, ну не только, вообще это моделька. Это ТРН Т2 16-жильный. Он представлен в трех цветах. Медный, вот такой серебряный и темненький, ближе к черному цвету. Хорошие цвета я взял. Серебряный, как мы могли заметить. Заметили? Молодцы. Заметил? Подпишись на канал. Еще больше заметишь. Ладно, это было отступление. Смотрите, что еще? Что еще о нем хочется сказать? Он с заушинами, все как я хотел. Идеально он, конечно, подходит вот этим моим наушникам. К ним я и брал. К ЗЗАСам. Вот. То есть, как бы к этим я там руками держал, пока слушал. Но я провел сравнение, вот тезисы записал себе, провел работу. Что еще хочется сказать? Кабель, ну, то есть, брать, не брать, обновляться. Но я говорю однозначно обновляться, потому что вот это стоковое барахло, не знаю, из-за чего это барахло, из-за того, что это комплект поставки, или из-за того, что он четырехжильный, то есть, как бы, честно, для меня это загадка. Можно было бы, как бы, к наушникам за 2000 гривен положить неплохой кабель, правильно? Можно было, положили. Что положили. Но это еще и неплохой, я вам скажу. Там жесть. Вот. Есть они кабели. Бывают. Кабель? Бывают. Бывают четырехжильными, восьмижильными, шестнадцатижильными. Все, что я не смотрел, где я не читал, все рекомендуют брать чем пожилистей, тем лучше. То есть это отвечает за частоту звука. Я послушал, сделал выводы, да, звук реально чище. Ну, к этому чуть-чуть позже. Есть четырехжильные серебряные, вот реально из чистого серебра, четырехжильные, стоят они в районе 700 гривен. Сколько это долларов? 20 чем-то, 25 максимум, там пусть 23-25. Я находил, ну, как бы, знающие люди склоняются к тому, что лучше 16-жильный. То есть разницы между медью как таковой и серебром, или там алюминием, ну алюминием будет, медью и серебром, давайте так говорить, ее вы навряд ли, вы, я, вообще кто-либо почувствует. Это как бы есть такой миф, что медь, она басистей делает звук, серебро больше отвечает за нижние и средние частоты. Но это такое, из рубрики необъяснимого, как там, удивительное рядом, но оно запрещено, пел Высоцкий про Бермудский треугольник. То есть это не доказанные факты. То, что действительно доказано, это очищенность. Если медь очищенная и в ней минимальное содержание кислорода, вот тогда звук будет лучше. То есть жилистее и очищеннее. Вот что надо, как бы, искать, когда выбираешь кабель. Что еще? Что еще хотелось бы сказать по поводу этого, по поводу кабеля и по поводу его выбора? Есть такая теория, такой момент, что кабель должен стоить 10% от стоимости наушников. То есть, ну да, эти там 1700, 2 на них самый большой ценник, я за 1500 взял. То есть получается, я должен был кабель за 150 гривен брать. Ну, я бы так не сказал. Вот эти вот 300 гривен примерно в распродаже там на пару десятков гривен я купил дешевле. Ну, сам факт, примерно 300 плюс-минус там 20 гривен. То есть в районе там 11 долларов максимум, около 10 минимум. Ну, и вот с этим уже кабелем они звучат совсем по-другому. Ну тут хлам просто. Вот это хлам, с которым они приехали. И не потому, что на вид он и по вроде по всем своим кабелям замечательный, по звуку, но это реально хлам. Одеваешь и сразу понимаешь, куда ты попал, что ты слушаешь. Ну поэтому, ну вот это, грубо говоря, минимальный кабель, который можно подкинуть к вашим наушникам. И в любом случае ваши наушники чуть-чуть заиграют лучше новыми красками. Вот это я вам могу пообещать. Да и как бы на вид он понадежнее, потолще, покрасивее, поэстетичнее, посимпатичнее. То есть, ну, однозначно, минимально вот именно вот этот кабель. Там есть дальше дороже куча классных вариантов от кучи других фирм. Ну, реально, как бы от FIO
считается как бы недорогим, от 1000, там, от 700 гривен четырехжильный, и туда 1000 восьмижильные и 16-жильные уже больше идут. Ну, я считаю, что это вот это уже лишняя трата. Взять вот такой вот, да, это да, это оно. О, ну, я дальше буду уже покупать, мне еще два надо будет купить, на 2,5 и на 4,4 пентаконовские. И я буду их стараться покупать уже дороже, на уровень, каждый раз на уровень выше, чтобы прочувствовать, прослышать, скажем так, все эти нюансы. Теперь хочется поговорить, что же все-таки, да, показал этот кабель, как это было по звуку. Начну я с вот этих. Начну я сравнивать. То есть мы сравниваем стоковый кабель, который приехал, и этот, звучание. Амбушюры стоковые, которые были, ни в коем случае я сюда не вешал свои там какие-то другие приблотненные, блатные амбушюрки, которые я купил, которые реально тоже хорошо влияют на качество звука. То есть эксперимент был проведен вот в чистом виде, просто замена кабеля. И все. То есть это у нас кто? QKZ VK1. Хайрезно сертифицированные. Такие вот, это динамические. Динамические, басхедные, как их, в принципе, обзор на них будет. Обязательно будет тут бы с кабелем сейчас разобраться, на чем будет погонять, послушать, прогреть. Потому что буквально вчера я снял на них распаковку. Ну, у меня это было вчера, а у вас там как в порядке видео будет. То есть вчера буквально... А, ну да, вы же еще и распаковку не увидите, это видео первее выйдет по моей личной хронологии. Ну ладно, вот скоро на них будет распаковка, только как они распаковывались. Поэтому мне надо будет их еще послушать. И вот эти, на эти тоже скоро будет обзор, не было обзора. Кстати, с вот этими, вон они, EDX стоят беленькие возле плеера в углу. Хотел так сразу взять, но понимаю, что туда я бежать не буду за ними. К ним вообще я не смог этот кабель приконнектить, потому что то есть, там даже не соприкоснулись разъемы. Туда нужна чистая вилочка без бортиков. Здесь хоть как-то я сидел руками, держал, слушал. Там нереально было. Здесь вот сюда идеально. Хорошо, именно для этой модели вообще они брались. Именно в эту модель они и попали. Едем. Я прочту, с вашего позволения, писал сегодня, записывал, слушал, сидел. Смотрите, с вот этим кабелем, вот эти вот наушники со стоковым звучат грязно, глухо, фонят, бас у них глушит, вытягивает сибилянты, тише играют и чуток присутствует шума белого. Меняю я на вот этот. И сразу получаю, то есть насколько это было возможно в этих наушниках, чистый звук, ну по сравнению с вот этим кабелем. Звонкий бас, выразительные высокие, то есть то, что здесь вот сибилянтами было, там стало, выразительными высокими, то есть как бы, ну, опять-таки выразительными высокими для... басовых наушников, для баскетных наушников, не забывайте об этом. То есть стало лучше. Что еще? Прорисовались высокие так, четко начал слышать, громче, четче, и нет вот этого белого шума. Ну вот первое, что вот цепляется, вот касается уха, ну, намного чище звук. Вот это вот, чтобы понятно. Ну а так, реально, это не кабель, это недоразумение, и это говорят многие обзорщики, не только я, и к этим наушникам мы вернемся и будем говорить о них и об их кабеле. Но этот кабель надо как бы ставить что-то наподобие такого. Ну, только с другой вилочкой, которая без бортика там есть. Тут пин 0.75. Теперь вот в этих. В этих я не думал тоже так сделать таблицу. Ну, я просто сделал чуть-чуть по-другому. Смотрите. По слезамены. Вот, ну, я слушал на этом, заменил. И вот такие выводы. Чуток, понимаете? Чуток, но ощутимо. То есть, чтобы вы не думали, что это прям вот раз там и намного. Это чуть-чуть, но это слышно, это понятно. Это будет сразу ясно после того, как вы замените этот кабель. Добавилось ясности. Прорисовались четче атаки с затуханиями. Подвыделился бас. Громкость добавил. Яснее подчеркнул высокие и, по моему субъективному мнению, сделал шире сцену. Но это уже
мнение такое. Так вообще это все субъективное мнение. Я вам свои впечатления рассказываю. Вот. И смотрите, то есть как бы тут и не было никакого белого. То есть они и тут, и на этом кабеле эти наушники играли хорошо. Этот кабель что сделал? Шпаргалка мне больше не нужна. Он просто вот на уровень выше, вот так вот взял и приподнял все. Все улучшил. Так вот, раз, и это не на такой вот прям уровень. Это раз, и поставил их на одну планочку выше и лучше. Менять или не менять, да однозначно менять. То есть наушники стоят 1500, кабель к ним, ну пусть максимум 250 гривен. И именно в такой связке. Я подобрал себе идеальную связку с этими наушниками, с этим кабелем, еще там будут вещи. Я обязательно вам эту связку продемонстрирую, сниму на это видео, но это уже ближе к Новому году или к концу Нового года, потому что надо много отснять. И сюда обзор, и сюда, и на плеер закончить все-таки обзор делать. На плеер мне тяжело, это первый мой обзор на плеер. Я там вникаю во все эти нюансы, все как бы есть такой небольшой у меня стрём. Сесть за этот обзор, ну вот я надеюсь, что в ближайшее уже почти время, там скоро-скоро вы его увидите. Ну что, ребят, выводы мы сделали. Я 100% рекомендую этот кабель, а ваше дело покупать или нет. И продавца, кстати, рекомендую, нормальный продавец. Хотя я отказался со мной сотрудничать. Я ему написал, что я блогер и пришлю вам свое видео, но он как-то написал, что его не интересует, к сожалению. Но я его все равно рекомендую, потому что парень, или кто там у них, парень, не парень, ну, короче, продавец, магазин хороший. Все, ребята, давайте. Всем добра, всем пока. Обязательно подписывайтесь, лайк, дизлайк. Как бы за старание подписывайтесь. Можете без колокольчика, можете отложить без уведомлений. Но, блин, тебе трудно подписаться. Мне очень нужна твоя подписка. Все, давайте. Счастья всем и удачи.